Диего. Нас позвали на Абаканскую ТЭЦ, чтобы показать вам то, что там происходит. На протяжении нескольких дней будет выходить серия видеороликов, в которых мы расскажем, как же функционирует один из основных источников электроэнергии и тепла Республики Хакасия. Мы покажем, как там все выглядит изнутри, поспрашиваем работников всякие интересные и каверзные вопросы и просто познакомим вас со всем этим. И вы увидите, что там происходит. Все мы знаем, что основным источником энергии для теплоэлектростанции является уголь, который поставляется целыми поездами, порой состоящими из 50, 60, а то и 70 вагонами угля. Но как же данный уголь попадает в основные производственные цеха? Ведь нельзя просто так взять весь поезд и переместить его в производственное помещение. Это мы и постараемся сейчас узнать и направимся в самый центр, чтобы узнать начало технологического процесса получения тепловой электрической энергии. Поехали! На протяжении всего времени мы будем рассказывать свои эмоции, потому что это первый раз мы находимся на производстве большом. Самое главное, мы должны еще узнать у работников побольше того, как им здесь приходится, как проходят их будни, может быть, тяжелые, крутые аспекты их работы. Мы должны пропустить через себя их будни, попробовать работу с углем и другие варианты, поэтому мы все проверим. Владимир Григорьевич, да. Куда вы нас ведете? Я веду вас в цех топливоподачи. Вы себя сильно плохо вели? Нет, хорошо, вы вели себя. Что будем делать в цехе топливоподачи? Будете смотреть уголь, пробовать. Оба-на. Какой он на ощупь. Какой он на вкус. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы Филипп и Кирилл. Здравствуйте. Валерий, очень приятно. Идем на вагон прокидывать. Да, и мы хотим узнать все поподробнее, чтобы вы рассказали, как там все устроено и как там, ну, все работает. Но обычными словами. Пока не видит вначале. У нас есть специальный штамп, близнецов, мы сейчас ему на какой-то блок сделаем штамп. Мама, Кривина. Не важно, ты что, прикалываешься? На черновике вот здесь, давай. Давай, так. Чтобы он нас запомнил. Стоп, давай, пошли. Уходим отсюда, убираем ноги, чтобы нас не спали. Если потом будет выяснять, кто это сделал, это не мы. Мы сейчас направляемся на вагоноопрокид, место, где непосредственно разгружается уголь для подачи его на склад на хранение или же для подачи в бункера сырого угля. Если же у нас подача угля в ВСУ в данный период закончена, перерыв, то весь уголь состава направляется на склад для хранения угля. То есть в ту большую черную лужу, которая есть на карте. Не лужа, а у нас она такая. У нас она лужа достаточно большая. Да, мы там же не прорисованы камешки, поэтому мы называем ее лужей. Вначале весь уголь поступает на станцию Ташиба. Тепловоз выезжает по нашим внутренним путям, забирает состав с углем, с топливом, привозит его непосредственно на весовую станцию. Весовой все железнодорожные вагоны с топливом, груженные, взвешиваются, определяется состав угля по накладным, зольность его и непосредственно вес. И непосредственно начинается выгрузка угля, разгрузка. Он сейчас будет толкать другой вагон или... Он сейчас зацепит тот порожний вагон, вытолкнет его дальше. То есть сейчас порожний вагон был вытолкнут из вагона опрокидывателя, а груженный вагон поставлен.
Там стоят порожние вагоны, тепловоз, который встречает, вот сейчас слышали удар, то есть он по инерции катится по путям и упирается в забашмаченные вагоны, которые стоят впереди. Они соединяются, потом они соединяются, да, и когда набирается определенная длина, уже ближе к вагонопрокидывателю, тепловоз проталкивает эту цепочку дальше порожних вагонов. И по такому принципу, как змейка, они набираются, а их отводят. Они набираются, их отводят дальше. Сейчас вагон был высыпан уголь в бункера ленточных питателей, а непосредственно уже где заканчивается воронка этих бункеров, снизу небольшого объема есть отверстие, ленточные питатели, по которым уголь уже распределяется по остальным конвейерам. Это очень страшный углеед, не хотелось бы вообще с таким никогда встречаться. Ни в темном переулке, нигде. Три, два, один. Каждый день поступают у вас вагоны? По-разному бывает. Иногда бывает, за сутки выгружаются по два состава. За смену даже бывало. Нам говорили, что в среднем состав на вагонов 60-70. 60 вагонов, они в среднем выгружаются где-то часов 6. Часов 6. Ты все понял, как здесь устроено? Я думаю, да, все было довольно понятно. Мы увидели вагонопрокидыватель, узнали, что такое углеед, и узнали, как это все поступает углеед. В черную лужу, да. Валерий, спасибо большое за то, что вы нас познакомили со станцией вагонопрокидывателя, рассказывали, как здесь все устроено и принцип основной работы. Мы были рады познакомиться. До скорой встречи. Мы скоро снова увидимся. Давайте еще мы вот так делаем. Вспыхом. Ребята, мы надеемся, вам понравилась данная серия, которая оказалась, наверное, все-таки первой. Мы думали, что нас отведут куда-то в другое место, но в итоге мы посетили вагоноопрокидыватель. На нем вы заметили, какая интересная вещь происходит. Приезжает большой уголь кусками огромными. Это все режет углеед, не углевод, а углеед. Углеед. И вот все это превращается в такую гору, которая на карте изображена лужицей. Вот. Это был, как уже Бразман сказал, первый выпуск. И впереди еще ожидается очень много крутых серий. Примерно еще 3, 4, 5, может быть, где-то так. Оба Баканской ТЭЦ, поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Что вам осталось непонятным, пишите в комментариях, что еще рассказать. Ну и посмотрите на вот этот прекрасный вид, как падает уголь с этого конвейера. Впереди будет много всего интересного, так что оставайтесь с нами. Мы вас любим, всем привет, пока. Так сказать. Подписывайтесь на канал Близнецы. Спасибо, Валерий. Спасибо, Валерий. Помогаю видеоблогер. Сейчас. Окей. Благое дело. Мы просто 35 лет. Мы просто снимаем, мы помогаем людям. Один все равно пройдет, второго пронесем. Пронесем. У нас хорошая поддержка. Да.